Всем привет, с вами Оксана Майкова, и у нас новые просмотры. Итак, у нас новые квартиры, мы смотрим Бен Альмадену. Квартиры недорогие, небольшие размером, но мы выбираем квартиры для аренды и для отпуска. Марин, тебя брать в кадр можно или не нужно? Да. Все тогда? Да нет, это все равно. Ну что, Машунь, давай. А это Маша, она нам показывает апартаменты. Привет-привет. Забыла, у меня появился помощник. Как в хорошем доме нужна собака. Поэтому теперь у нас с вами на канале тоже появился щенок. Он маленький, его зовут Рэд, ему всего 4 месяца, но он очень быстро обучается. Посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, он немного разбавит наше видео, и вам будет интересно за ним понаблюдать в том числе. Двигаясь за Машей, мы приближаемся к тем апартаментам, которые мы хотим посмотреть. Это односпальные апартаменты, требующие, в принципе, небольшого ремонта. Но если при другом раскладе, их можно сдавать в аренду прямо сейчас. Односпальник за 60 тысяч. У нас, в принципе, бюджет немного ограничен. Но вот что имеем. Значит, зал. В зале два больших окна. То есть зал очень светлый, хотя и небольшой. Это плюс. И хотелось бы показать, как выглядит это все из окна, то есть какой обзор. Это достаточно важный фактор в приобретении недвижимости. Вот такой вот обзор на город, достаточно зеленый район, большой бассейн и видите море. То есть хорош, хотя и боковой, но тем не менее обзор достаточно интересный. Небольшая кухня, вот такая вот небольшая, то есть здесь требуется смена полностью сантехники, потому что все старое, машинка функционирует, небольшая вот мойка, вы сами видите, ужасная плитка. Но это все в частности. Мы смотрим по квадратным метрам, потому что при приобретении недвижимости необходимо именно рассчитывать квадратуру и перспективу квартиры на ближайшие годы. Благо сегодня в Испании это вполне доступно. То есть все, что хорошо стоит, все, что имеет хороший вид, все, что находится в хорошей зоне, да, доступность к магазинам, к остановкам, автобусным, трамвайным, поездам, все это очень важно и должно учитываться, потому что мы знаем, что в недвижимости важно место расположения. Ну, вот такая вот у нас история получилась. Нам не особо этот вариант подошел, но, тем не менее, вот мы с вами делимся, чтобы вы представляли, что за 60 тысяч можно на Коста дель Соль посмотреть сегодня, что можно приобрести. Канал, чтобы не пропустить, обязательно ставьте лайки, потому что это очень нужно для канала, чтобы он развивался. Сейчас нас с вами немного, но хотелось бы, чтобы больше людей это увидели, ведь правда же, и вы хотите получать новые сообщения о том, что появились новые видео. Итак, у нас... Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вся информация о школе профессиональных покупателей, о подготовке к покупке недвижимости в Испании сразу под этим видео. Смотрите наши прошлые обзоры, наши лучшие кейсы. И увидимся с вами в следующем видео. С вами была Оксана Майкова и Рэд. Пока-пока!